такой очень острый и частый вопрос. Вот, а потреблял ли я когда-нибудь стероиды? Пробовал ли я? То есть не верю. Ну что вы даже не пробовали? Отвечу честно, откровенно. Пробовал. Вот я специально вот нашел свою старую тетрадочку. Вот старая тетрадочка. Вот это мой пробу. Вот я специально оставил упаковочку. Это упаковка от метана, да? То есть метана, вот я помню, достал там по каким-то связям вот эту упаковку метана, вот 100 таблеток. Вот я вам сейчас покажу, как она выглядела, вот эта упаковочка. Вот я ее приклеил на эту тетрадочку, вот смотрите, вот. Вот я так покажу, чтобы было близко, ясно, чтобы можно было прочитать. Вот так вот. Там же будет внимательно, наверное, читать. Ну вот, вот, пожалуйста, пожалуйста. Вот, вот это 100 таблеток метандростенолона. И две ампулы ретаболила. Это по такому блату там... Информации тогда не было. Ну, не знаю, по крайней мере, это же все было вскрыто. Там это, думаю, ну попробую. Все ж там это, а я ж даже и не пробовал. А я очень любопытный. Я очень много перепробовал в жизни. Вот, ну, я и травку покуривал, пробовал, там и то пробовал. Конечно, я там тяжелые наркотики не пробовал. Бог как-то миловал. Но так я вообще достаточно любознательный человек. Вот. И я пробовал, да. Конечно, 100 таблеток я не одолел. Я не знал, как. Они же сладенькие такие. Они не горькие, никакие. И ты их ешь там. В общем, что вам сказать? В общем, большую половину пачки я съел буквально за неделю. Буквально за неделю. То чувствую, как-то у меня так, вот я как-то такой, как надутый. Думаю, прекращу. Прихожу в зал. А мне мой знакомый, вот он сейчас хозяин у нас известный магазин такого хорошего питания спортивного, Iron Man, да? Он качественно такой из Германии поставляет питание. Вот он мне говорит: ой, ты так опух. И я действительно начал вглядываться в зеркало. Я действительно опух. Я раньше как-то не понимал. Они друг другу там, химики, говорили: ну ты сейчас пухнешь. Да, пухну там. Ты уж о чем они говорят? И тут я понял, о чем речь. И я посмотрел в зеркало, и я тогда понял, что я действительно опух. Не налился там, опух. Вот. И я вот понял, что вот это... Вот, я, конечно, потом мне рассказали, что там надо было горочкой там как-то. И так дальше, и так дальше. Но я, во-первых, не собирался химичиться. Я не собирался. Я бы хотел попробовать, посмотреть эффект. Посмотрел. Вот. Для меня, конечно, это был эффект такой очень подавляющий. Ну и слава Богу. Я и рад, что так произошло. Хотя, даже если бы эффект был положительный, поверьте мне. Ну, во-первых, это я уже был не мальчик. Это был 92-й год. Вот. То есть, ну... Прикиньте сами, что это уже все-таки 33 года, это мне никуда особенно соревноваться не надо было, то есть, ну, ни к чему, да? Но попробовать захотелось, ну ладно, попробую. Так что, ребята, вот кто пытается там улечить, говорит, мне где-то пишет: ну-ка, не, ну а сейчас вы там метан уже не такой плохой применяете. Да не применяю, ну, вот... Столько доброжелателей, в принципе, есть, потому что ну, кругом химики. Там меня давно за руку вывели бы перед вами и сказали: вот, я знаю, я видел, я держал, я это, вот у меня доказательства есть, и, там, и так дальше. Ну нет, ну, ребят, ну, вот то, что было, то было. Приносили мне метан? Приносили. Я когда-то даже собирался торговать, выяснял, а что там, потому что это выгодно. Вы что думаете? Торговать выгодно. Это после наркотиков, наверное, по прибыльности. Он Николай Язиновский может рассказать, он и рассказывал, насколько это прибыльно, как он в Америке шиковал. Ну, правда, до определенного времени. И я думал, это же были 90-е годы, ну, надо подзаработать там это. Списочек мне принесли. Ну, были просто знакомые там по аптечным вещам, потому что я с людьми очень влиятельными тогда общался, да, не сейчас очень влиятельный. И вот хотел вот организовать вот этот бизнес. Тогда там он был неорганизованный, там никаких законов. То есть можно было как наркотики, просто доставать было
тогда сложно. Сам я, ну сам же я не потреблял, если я потреблял хоть что-то понимал, а тратить время при моем раскладе чисто домашним, с детьми, не было. И мне приносили, вот, знаете, вот, кулек метана, Леня, там, а они перешли уже на тяжелые, да, на тяжелые какие-то, на тяжелую химию, вот это у меня кулек метана остался, там, на, ну, я беру, там, водителю отдаю, там, он потребляет. То есть, ну, вот так вот я толкался по, ну, чтобы уже 100% быть откровенным, вот была проблема у меня с плечами, я говорю, травм не было, у меня было один раз. Это потом я вам расскажу, плечи это очень серьезный такой механизм. И я, не прерывая тренинга, вылечил плечи. И причем не медикаменты, не химия, не химия. Нет, подход, пересмотр тренинга, изменение там различных каких-то техник, упражнений. И я плечи уже забыл, а то не мог даже водить. Вот представьте, какая проблема у меня с плечами. Да, так вот мне химики посоветовали. Да что ты, вот возьми, уколи в плечо пару ампул ретоболила, и все у тебя пройдет, ты забудешь. А ты вот это мучаешься, там что-то огородишь, что-то придумаешь, что-то это самое. Ну да, пошел, да, к людям, которые порекомендовали, которые мне там продали не то аптечное, которое зачастую подделанное, а там вот это вот греческое, вот эта баночка там какая-то, вот да. Но это, если вы считаете потреблять, я не считаю, ну попробовал, оно даже не помогло. Говорить там о чем-то, а люди же думают, что на химии, говорят, а для чего ты берешь, что ты так берешь мал? А я говорю, да мне вообще половина надо, того чего даешь, просто мне надо, чтобы оно было действующее. То есть не подделка, ничего, а чисто, а человек давал очень авторитетный. Вот, и я ему верю, действительно, оно действующее, но на меня не подействовало, потому что брал для лечения. Вот это весь опыт мой использования стероидов. Но если вы считаете, что вот он химический, нет, это не химия, все вы понимаете.